Омский нефтезавод отрицает причастность к выбросам этилмеркаптана. Напомню, Ростехнадзор накануне сообщил, что в северной промзоне Омска это вещество в производстве используют только «Газпромнефть ОНПЗ». На предприятии же пояснили, что нефтезавод использует этилмеркаптан в технологическом производстве, однако подчеркнул, что это не исключает наличие его у других предприятий. Отмечу, что на выбросы вещества мечи жаловались еще в феврале. Сообщения о неприятном запахе до сих пор появляются в соцсетях. Тем не менее, надзорные органы не могут установить точный источник выбросов. При этом Росприроднадзор считает, что им являются буферные пруды «Газпромнефти». Ведомство подало иски в суд с требованием остановить деятельность на производстве.